Всему миру, хай-хай, с вами сегодня я, Мурмир. Сегодня мы будем проходить карту, которую я создал сам. Ладно, неважно, я вам ее покажу и начинаем. Погнали! Так, для начала я хочу забрать свою стрелу, которую я только что выкинул зачем-то. И да, я создал такую имитацию пещеры. И вот здесь у нас вот эта вот дыра, да. Нам надо немножко прокопаться здесь. Приходится кинуть. Почему интернет не выключил? Так, мы прокопались вот сюда. И там имитация пещеры, типа, и знаете, как спавнится вот эти испытания, как бы криво, косо, непонятно. И да, смотрите, эта комната, как бы это не комната, это коридор. Она называется длинный коридор. Там обязательно должен быть подъем небольшой и потом проходы в другие. Эта комната называется Незерское испытание. Да, вот такая интересная, давайте я вам ее покажу. Испытание пока не активируется, ну, она зато прикольная, вот такая. Там типа второй этаж, ну, вот такая интересная комната, в которую ведет коридор. Дальше комната изоляция. Тут типа такая закрытая эта, и типа туда можно зайти, и активируются испытания. Да, тут немного дерева, я перепутал, хотел темный дуб, получилось ель, неважно. Да, бочку я вам уже показал, и дальше поднимаемся по коридору, падаем в дыру, которую я только что сам выкопал, попадаем в комнату веранды, да, она, видите, наверху на веранду чем-то похожа. Она вот такая интересненькая, мне она очень нравится, она моя самая любимая, хотя она, по сути, самая последняя. И здесь у нас испытание с бризом, да. И давайте я встану аккуратненько, чтобы меня никто не убил, и активирую испытание. Ребята, я не успела заснять, как активировалось испытание, но здесь у нас, да, бризы очень сильные. Я не просчитала, что их будет сразу так много, но их здесь будет много, да. И мне надо с ними всеми справиться. Ну, благо, они такого урона не наносят, потому что комната невысокая, как в обычных испытаниях. Ну, все равно я старался вообще-то, да. Эти комнаты испытаний можно добавить в мессу, либо в пустоши, называть как хотите, потому что здесь есть глина, и она, как по мне, что ли, подходит. Блин, тупая табличка мешает. Их здесь очень много, потому что, блин, я не просчитала, я не знаю, как делать, чтобы их было поменьше. Да. Но я думаю, что я с ними справлюсь, даже когда выпью специальное зелье, которое добавили в новом обновлении. Но это пока что не об этом мы, короче, говорим. Давайте убьем вот этого дебилушку, который убежал и хотел сныкаться. Прикиньте, он бы ушел в этот туннель и вылез вообще наружу. Это было бы плохо. И да, что? Офигеть! Мне никогда не выпадал шаблон. И почему-то в мире, в котором ничего не выполняется, который вообще экспериментальный, мне выпал шаблон. Ну, супер, короче. Ну, погнали дальше. Так, здесь у нас бежим по коридору. Далее, вот, кстати, та самая зелька. И мы заходим вот в эту комнату. Да, мне кажется, я сейчас сдохну, потому что реально, испытание незерское, хотя я его не тестил, но испытание 100% незерское. Да, оно слишком сложное. Капец. Я не знаю, как делать испытания более легкими, что ли. Но я сейчас сдохну. Поздравьте меня. Ты что здесь делаешь? Пошел нафиг. Я еще с мелкими расправиться не могу, а ты уже припол. Здорово, здорово, здорово. Вот он меня напрягает очень сильно, знаете. Убиваем тебя, убиваем тебя. Да сколько вас здесь, ё-моё. Так, вот эти мелкие стали теперь. Убиваем вас. Вы мне не нравитесь. Хе-хе. Так, все, подбираем магму. Умри. Умри. Блин, меня бесят эти слизни на самом деле. Ну, я эти испытания строил. Если я сдохну, то вы подписывайтесь и ставите лайк. Хотя, знаете, мне кажется, я сдохну, так что как хотите. Я надеюсь, что вы все равно. Ё-моё, что ты здесь делаешь? Уип уже. Так, и что я там говорил? Неважно, короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал за то, что я такой архитектор, да. Карту я ни с кем не буду делиться. Ладно. Набираем 100 лайков, и я поделюсь картой. Потому что мало ли вы хотите, чтобы вы тоже прошли. Может, у вас тоже залетит. Потому что над картой я старался. Карта очень интересная, прикольная. Правда, тут всего лишь 3 комнаты и коридор. Но это было экспериментально. Потом, если захотите
то можете написать комментарии, что мне еще построить. Например, может быть, мне построить свой собственный портал Vent, еще что-то. А сколько какую-нибудь структуру новую добавить? Ну, правда, я ее добавлять не буду, я просто буду показывать, как я ее прохожу. И, ну, супер, я умер. Так, друзья, лечу вот здесь, вот не обращайте внимания на тот сундук, потому что эта карта, та самая карта, в которой я провожу всякие интересные эксперименты. Думаю, вы видели там на фоне кинита. Да, давайте зайдем, сейчас в креативе подберу все ресурсы. Не говорите мне, не пишите в комменты то, что я читер, потому что это полностью экспериментально. Я просто проверяю, насколько у меня хороша получилась карта. И если вам нравится моя карта, то вы подписывайтесь. Если не нравится, то ставите дизлайк. Вот так вот, да. Ну, я надеюсь, что всем понравится и не будет на этом ролике 50 тысяч дизлайков. Хотя вроде это тоже актив. Неважно, я не знаю. Ну, а мы пока что берем вот эти ресурсы и сейчас будем врубать выживание. Да, одного слайма я убью в креативе. Вдруг он меня убьет снова. Так, теперь включаем выживание и идем охотиться. Охотник на слайма. Слайм, умрите, вы меня раздражаете. Я даже щит не буду использовать, я хочу их просто всех забить. Я просто тыкаю мечом туда, куда можно. Вот большой, кажется, нет, это кажется. Убиваем слаймиков, я надеюсь, больше больших не будет, потому что я их ненавижу. Их пока убьешь, тебя уже убьют самого, да. Так, стоп, я видел большого. Блин, у меня такие текстуры плохие, что когда эти прыгают, то кажется, что он огромный. Ладно, неважно, давайте всех быстренько добьем, потому что они меня бесят. Пец. И все. О, кстати, стрелы выпали. Так, здесь я уже вроде забрал ключик. А теперь надо подняться наверх, потому что там вроде что-то тоже выпало. Опа! Здорово, ключик, как дырышки. Так, давайте откроем вот тебя. Ты первый открылся. Ты молодец. Железо, изумруды. И все. Ребят, это самый лучший, наверное, был... Самая лучшая сокровищница, как по мне. Прям лучше некуда. Опять я паду в эту дыру. Надо ее заделать. Ну, пока что мы идем открывать этот... как я называю? Хранилище. Точно. Так, я хочу открыть ту, которую я здесь не открывал. Давайте тебя откроем. Что? Ну, ребят, не зря, короче, скрывал. Два алмаза, яблоко золотое, лук. На что он зачарен? На мощь вроде. Я вроде, да, на мощь. Все правильно. Кушаем говядину и бежим убивать мародеров. У меня уже появилась тактика, как я еще... реально не умею на русском говорить. Да, и это выучил этот майнкрафтовский и забыл русский. Так, будем... У меня уже есть тактика, потому что я типа вот так двери буду открывать, они спавнятся, я их аккуратно убиваю. Но кажется, эта тактика уже не работает. Да. Ну, как по мне, это довольно легкое будет задание, если ты щитом. Потому что это то же самое задание с скелетами, но просто мародеры чуть посильнее, еще с арбалетами они. Да, но арбалеты, кстати, хуже, потому что их пока зарядишь, уже тебя убьют. Вот как с этим произошло. И мне выпадает хлеб. Сколько хотя? 2 штуки. Ну, знаете, я старался. Очень крутой приз прям. Ну, вау. Супер. И да, давайте выпьем скорее зельку, чтобы сейчас всех грохнуть. Туда мы, если что, не пойдем, зельки меня там убьют за первые 2 слаймика, да. Выпиваем бутылочку и идем активировать мародёв, молодолов. Так, они активировались, все. Видите, все синенькое такое. Итак, молодёлы, как я сказал ранее, я вас всех уничтожу сейчас. Так, друзья, ребятки, мне выпал ключик, как вы видели только что. Дальше я хочу починить эти арбалеты. И давайте сразу же активируем тебя. Стрелы какие-то, железо, изумруды. Все.
Лучшая сокровищница, как по мне. Лучше некуда. Так, побежали теперь. Быстренько активируем Бриза. И также и убьем его. Хе-хе. Хотя, знаете, их тут много на самом деле. Итак, мне выпал самый лучший приз, хотя с хлебом он не сравнится, но неважно. И давайте посмотрим на них и не пойдем туда никогда, да. Это, даже вот зельку не буду пить на самом деле. Итак, комната, длинный коридор. На самом деле, как по мне, мне прикольно получилось, хотя что я оцениваю себя. Давайте лучше добудем железо. И далее я не знаю, что сказать. Вот что мне там выпало. 7 железа. Да, то самое железо, которое я только что добыл, не выпало. Вот такая интересная карта, ребята. Подписывайтесь на канал. Я старался очень. Я вам все вот выкину, потому что мне это не надо забирать. Вот все-все-все. Это вам одевайте там броню мою, луки берите. Ну, а с вами сегодня был я, Мурмир. Сегодня мы поиграли на моей карте. Все, я вас стреляю луком. Давайте раз, два, три. Кто не подписался, в того выстрелю луком. Ну, а с вами сегодня был я. Всем пока, ребята. Ребята, хорошая новость. Я создал свое ВК. Подписывайтесь скорее, добавляйте меня в друзья. Может, вы попадете в ролик.